Ребята, всем здравствуйте и подписчики моего канала. С вами я, Андрей Сухин, и добро пожаловать на мой новый видеоролик по гайду по установке и скачке данного мода. Это, как я понимаю, Росмап. Вроде так называется. Ну, если что, подправляйте меня в комментарии. И я чисто для себя, как понимаю, карта и моды на Россию. Вот. Конечно, версия 1.41, но я катался 1.40. Вот. Да, и чуть не забыл еще добавить. Версия тоже 2.4.2. Ну, как-то вот так. Мы нажимаем на вот эту вкладочку и скачиваем. И у нас мод скачивается. Потом, но он у меня уже готов. Стрелочку показать в папке. Вот он. Потом документы. Евротрек симулятор 2. Папка мод. И вот наши моды. Ну и, собственно, пошлите в саму игру. Нажимаем моды, вкладку, и вот так мы подключаем. Ну, а либо немножечко по-другому. Ну, там уже смотрите сами. Все, друзья. А с вами был я, Андрей Сухин. Если кому ролик понравился, то лайк, колокольчик, подписываемся и пишем хороший комментарий. И всем пока.